Обеспечивать чью-то безопасность – это значит постоянно сталкиваться с серьезными и непредвиденными проблемами. Что с вами? Да так. Ничего. На нас наехали. Опять. Но если научиться всегда решать их быстро и безукоризненно, можно стать лучшим в своем деле. А состоятельные клиенты это оценят. Что скажете насчет поездки в Лондон, мистер Стрэттон? Работа мечты. Великолепно. Не так ли? Да. Вам поручено защищать саму душу Китая. Но, как всегда и бывает, во время очередного задания все идет по плохому сценарию. Оказавшись в ловушке опасных преступников, действовать нужно решительно и дерзко. Через 20 минут. Тогда, ладно, может быть, получится остаться в живых. Выполняем работу. Просто делаем крюк. Орландо Блум в приключенческом боевике «Шанхайский перевозчик». Смотрите в субботу в 22:00 на Беларусь 4 Витебск и онлайн на vtv.by.